Здравия всем, кто меня слышит. Сегодня, 22 ноября 2020 года, вечером в 18:00 по московскому времени, состоится прямая трансляция, на которой в чате с нами будет автор сценария, режиссер и композитор фильма «Замысел» Дмитрий Зодчий. Уведомление со ссылкой на трансляцию придет всем подписчикам канала за полчаса до начала. Проверьте колокольчик и подписку. Для того, чтобы написать вопрос режиссеру в чате, минимум у тебя должен быть зарегистрирован аккаунт на Google. Ну, то есть и комментарии тоже писать можно только с аккаунта. Трансляцию проводить буду впервые, поэтому тормоза увидите на экране, отключайте просто звук и наблюдайте за чатом справа от трансляции. Переключив в левом верхнем углу чата фильтр с интересных сообщений на чат, и тогда будешь видеть все сообщения. Справа у чата есть ползунок, и ты сможешь прочитать чат с самого начала, если зайдешь на трансляцию позже. Запись трансляции с чатом на экране и озвученными вопросами и ответами я выложу к утру понедельника или, может, к вечеру понедельника, не знаю. И там уже можно будет оставить комментарий под этим роликом, под записью трансляции. Функция же написания комментариев под трансляцией самой, она отсутствует, поэтому не сможете оставить комментарий. Обратите внимание на чат. Все, вся переписка будет идти там. Итак, добро пожаловать в чат. Все, кто это затевают, затевают вот это все этим людям и адресовываю. Доиграйтесь! Thank you.